Хорошо, улыбнись. Всем привет. Находимся мы тут под крышей одного этого здания, блядь. Будем выкручивать сейчас. Короче, ролик опять у нас про ключи, наверное, будет. Сейчас попробуем выкрутить этот отвод. Лучи под уклон. И уклон в эту сторону, вниз. Так что тут вода. Вот такая вот хуйня. У нас такой малыш. 8 кг. Сука. Цепляет. Может цепляет. А, ну или так, да. Сейчас, подожди. Пошел. Сейчас еще один оборот есть. А что, сел? Да уже эти маленькие, может. Запаковано все на совесть. Турки паковать умеют, блядь. Оказывается, да? Раситель тоже только стилса нам откручивается. Бросай его туда. А. Давай я это переверну. Это куда-нибудь чуть-чуть в сторону. В общем, пока так. Потом пройдемся по другому ряду. Потом вот тот луч будем соединять с этим. Здесь будет тройник, раситель. И там также тройник, раситель. И вставка будет. Вставка будет соединяться на грунфлоке. А может, на американке. Так, ту сторону мы выкрутили. Сейчас эту проходим. Но здесь повеселей. Пиканеской надо выруливать, блять, короче. Еще и крепеж оторван, блядь. Делать нужно все сообща, очень медленно. Любая капля воды — это косяк. Хуя, бля, ты гнешься, слышь, Андрюх? Ну, хуен, мы сделай чуть-чуть назад. Сейчас пиканеской подопрем его здесь, нахуй. Как мы его подопрем пиканеской? Ну чуть-чуть, Вера, вот сколько будет и столько и будет. Он ляжет. Лоток первый подаемся. Ну чуть-чуть, Вера, сейчас. О, вот так. Держишь? Давай. Ага. С упорчиком оно получше. А чем на плече, блядь? Тем ключом до конца очень тяжело крутить. Физически, блядь. Он падла тяжелый. 8 кг, блядь.
сразу лен сдираем, потому что края закрашены. В общем, тут что, главное сорвать. Первый рывок должен быть резким. Сорвали, потом он уже более-менее идет. Что вероятнее всего, это все было закручено в станке. Спину не сорвать, пресс-то не трогай. Нормально, нормально, пошло. Подумаешь? Да, да, да. Я да, думал, вот мне позвоночник хрустит. Не, я на хомут думал, хомут. Не-не-не. Ключ-испанец тоже не подводит.